Представители Госатомтехнадзора, городской администрации и общественной организации «Молодая гвардия» провели рейд по домам частного сектора микрорайона Кировка. Инспекторы проверяли наличие у жителей договора на вывоз мусора. Если такого документа у хозяина не было, ему выдавали предписание с требованием заключить договор с мусоровывозящей компанией. Многие жители имеют такие договоры и добросовестно утилизируют мусор. Представители Госатомтехнадзора отметили, что такая работа будет продолжаться, и совсем скоро инспекторы постучатся в частные дома других микрорайонов. Столкнулись с тем, что по статистике в настоящее время на территории Серикопосадского муниципального района из более чем 20 тысяч частных домовладений заключено не больше 10% договоров. Однако существует, ранее был договор оферты, организован мусоровывозящей компанией, и, как мы сегодня видели, есть достаточно большое количество людей, которые добросовестно платят по данному договору. Люди немножко не согласны с тарифной политикой, но данные вопросы мы будем обсуждать и решать вместе с администрацией городского поселения уже на совместных совещаниях.